Привет, ребята! С вами Алмазный Кролик. И сегодня это последняя часть, там, где мы будем играть на сервере Кубкрафт. И мы сыграем в те игры, в которые не играли. Ну а перед началом видео поставьте этому видео лайк. И подписывайтесь на канал. Давайте наберем один просмотр и один лайк. И я выпускаю видео по выживанию. Ну а мы начинаем. Секундочку. Итак, сегодня мы по два раза сыграем, потому что у меня памяти не хватает на видеокамере моей. Так, сегодня мы будем играть в Lucky Blocky, Skywars, Miner War и Survival Games. Мы не сможем сыграть паркур, потому что мне не дают туда зайти. В Skyblock, потому что там бесконечно можно играть. Мне не хватит памяти на то, чтобы снимать на моей камере. А Battle Arena у меня тоже, как и паркур, не дает зайти. Давайте начнем Survival Games. Итак, мы будем играть по два раза. Все по два раза. Давайте сначала вот у нас будет тиммейт. Какой-то паркур можно пройти. Так. Да что ж, попал мне, не был один. Воу, что ты такой персонаж вот такой вот? Это, наверное, уровень 2, по 2 блока, это значит, чтобы это не прыгать. Так, сейчас будем... Так, вот там зеленый мой тиммейт. Один. Так, там зеленым ником это мой друг. Сейчас будем Так, у них хоть тиммейт. Извиняюсь, что молчал. Я с ним торговался. Вот злым ником этого тиммейта. Идут. Нет, меня убили. Так, давайте последний раз сыграем. Меня, мой тиммейт. Брось, хотя со мной дружил, играл. Торговался. А он ушел, блин. Так, сейчас найдем, о, вот там крипер есть такой, он с нами будет, командир. Так,
Берем бутылку. Посмотри, не рос. Опа, опа, мне эти предметики нравятся. Побежим. Так, ну там математик. Быстрее, быстрее. Надо бежать, 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 бежать. Пожалуйста. Бежим, 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 бежим. Опять много. Так, у меня, простите, не хватает памяти, чтобы еще раз сыграть. Итак, давайте зайдем в другую игру. Так, так теперь Minor War. И тут испытания, как я уже говорила, надо будет проходить. А, это не мистер Бист. Это другой скин. И вообще другой никнейм. И вот один раз мистер Бист по-настоящему. Мистер Бист — это такой канал. Там, где вот у него 117 миллионов подписчиков. Предлагаю посмотреть на него. Ну, а мы начинаем. Minor War. Игра от Крафта. Победите в большинстве микроигр. Ловля бабочек. Сейчас беру эту бабочку. Вы думаете, в этих испытаниях? О, бабочковый. Yes. Теперь этот бронежилет оставим. В этом свечки есть на столе. Клашотка. О, тут все такое необычное, как будто все по-настоящему. Я бы себе такой, вот если бы я был гигантом, я бы себе такой дом хотел бы. И прикинь, сейчас тут гномики были такие. One in the chamber. Нет, блин, меня попали. Знаете, на эту игру уходит много времени, где-то вот 5 минут. Поэтому мы играть еще раз не сможем, памяти не хватит. Так. Тут всего 15 испытаний, сейчас будет у нас третье. Пока что на одну открою. А как это дальше? Надо вернуться к договору. Так. Так, блин, я попал. Сейчас будем зомбаков убивать. А, нет, не то. Надо было вот этот растение взять. Ёлка. Сейчас не ёлка. Они меня здесь под разом. А я так просто так по всем нажимаю, где-то его. Я его выбрал. Нет. Блин, не получилось. Давай. О, надо в отверстие попасть. Опа. Давай. Давай, шепти теперь. Честно, надо будет попрыгнуть. Так. Получилось. Ой. О. Все выполнено. Блин, не получилось. Так,
Я даже прыгал и крался, и даже вот выложил, а оно почему-то меня не это. Не спуститься вниз целым невредимым. А, почему ты не стоишь? А когда вот эти стрелы будут падать, вот мне лагаться. Нет, если я буду выглядеть, то... Опа, опа. А, меня даже не сбили. Я сбил его. Ну, давай, давай, там он банан. Когда вот последняя игра, это вот она вот так звучит. Вот так. Ну, это рекомендуем. Будем бегать. Главное, чтобы не 3, 2, 1. А я не хочу падать. Ну, некоторые игроки. А, вот так вот. Так, давайте, давайте, я не хочу падать. Там внизу есть бездна, и там можно упасть, и это... Нужно не загрузиться, надо будет дать это. Я надеюсь, они уворуют, а чей? Нет. О, тут бабочка есть. О, ты каким-то образом она тут осталась. Опа, опа. Паркурис. Нет, не паркурис. Вот тут уже бездна. Я не хочу, пожалуйста, пожалуйста, я не хочу выпить. Я не хочу, пожалуйста, пожалуйста. Нет, нет, нет. Но не будем расстраиваться. У нас еще две игры впереди. Так. Давайте-ка теперь сыграем. Вот последние две игры у нас. Нет, три. Мы сыграем SkyWars и Block Wars. И Lucky Block Wars. Так. В конце сыграем Snowman Survival. Ради счастья. Ведь Новый год же скоро. Почитаем. SkyWars. Один против одного. То есть я против какого-то еще одного человека. Надеюсь, я летать в воздухе не буду там. И надеюсь, ногу хотя бы добить меня на какой-то. Блин, пока что никого нету. О, сейчас кто-то будет. Надеюсь, это не будет слишком профессионально. Мне 9 лет, и я еще не слишком сильно профессионально. Вообще, сила целилась, по-моему, все, быстро берем. Сено хоть. Сено мне нужно. Так, почему много блоков нашел тут? Ладно, уже так будет. Так, сейчас я против какого-то еще человека. Строим мостик. Так. Нет, тут нету ничего интересного. О, если мы упадем под сено, это значит, мы сможем выжить немного. Вот, смотрите. Все. Видите? Мы выжить сможем. А если с большая высота, то... Не, 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 не
Один летает там просто. Давайте так сыграем. Так мы будем просто сыграть. Отстань. И еще раз. Оп. Берем это и это. И быстренько строим мостик. Так. Раз, два. И еще. Побежали. Так, давайте быстро. Ты уже идешь? Получи. Пожалуйста. Нет, давай это все не хотя бы один раз сыграем. Давайте зайдем в две последние игры. И это Lucky Blocky. Lucky Blocks — это Lucky Block Wars. То есть это у нас здесь SkyWars, это Lucky Block. Lucky Blocky. Мы тут варс не добавили, поэтому тут будем играть 4 против 4. То есть тут будут лаки-блоки вместо сундуков. Надеюсь, я как-то все получу и буду защищать наш район. Если нет, то такое сделаю, такое. Ну, это дерево, наверное, сойдет. Тут как это, а тут провода. Даже проводов есть. Не хватило слез. Ну, давайте сыграем нашу последнюю игру. И это Snowman Survival. Ну, мы сыграем два раза, потому что она идет недолго. О, синий грим. Прикольно. Вы знаете, что сейчас самый лучший игрок по... по Майнкрафту — это Техноблэйд. На втором месте у вас Дрим. Напишите в комментариях, кого вы больше всего любите, Дрима или Техно. Мне больше всего нравится Техно. Это не из-за того, что он выиграл, я серьезно. Я просто люблю, он играл за рулем. Вот. На руле в Майнкрафт. И выиграл много боев там. Сейчас заморозка будет наш замораживать.
потом мы будем заморозками. И потом уже у нас как-то будет заморозка. Когда он накинет себе магический. Как будто вы по сугробам в реальной жизни ходите, реально. Ну реально. Круто. А еще один до сих пор. До сих пор еще один, а он бегает от... А, нет, уже два. Уже два. Так. Заморозка. Пожалуйста. Пожалуйста. Опа. Бежим. Вы заморозки. Наконец, ты не посмеешься брать меня. Я тебе гарантирую. Вечно все этим игрокам достается. Бежите, люди, человеки. Спасайте, поможем. Пожалуйста, нет, пожалуйста, я не хочу быть замерзкой, пожалуйста. Извиняюсь, но нам получится сыграть только один раз. Я перепутала время. Если мы играем уже 22 секунды, 22 минуты и 26 секунд. Опа. Опа, подпрыжал. Это вирус. Ничто, не сына. Ой, уже много кто стал. Опа, подпрыгунчик катая. Пам-барам-бам, пам-бам-бам. Бам-б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 ам
Сейчас и минуточку. Так, так, так. И вот так. Вот так. Ну и надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Алмазный Кролик. Всем пока!